ты знаешь о празднике День матери? Ну, когда мама... Ну, у мамы праздник, когда у всех мам. Да, точно. Что можно подарить маме в этот день? Цветочки, конфетки. Свою любовь. Какой должна быть мама вообще? Любой. Ну, какие у нее должны быть черты характера, может быть? Она может быть доброй, злой, нормальной. Ты как будешь маму поздравлять? Поздравлять нужно подарки, нужно и пироженками в виде цветочками, подарок, кольцо, даже кристаллы и большой самоцвет. В День матери кто кого поздравляет? Да, конечно же, родители и мы. Родители вас поздравляют, да? Да, и даже я поздравляю. Мама тебя поздравляет за то, что мамой, да, стала? Да. Повезло ей? Да. А какой должна быть мама, как ты думаешь? Красивый. Так. А злой мама может быть? Нет. А если ее на работе разозлили все, она пришла домой и вот такая прям злая. Может быть такое? Что делать в такие случаи? Развеселить маму. Как будем веселить маму? Танцевать. Как можно маму поздравить в День матери? Кто умеет торт готовить, приготовить торт, цветы подарить, новый айфон. Перед домом клумба с цветами можно пойти нарвать и подарить маме? Да. Она обрадуется? Да. Что дочка сорвала-то все цветы с клумбы? Нет. Где выросли уже, которые посадили, можно их сорвать, а из клумбы не надо. Как ты думаешь, как должна выглядеть мама? Очень красиво. Можно еще сказать, и мама одень колонну, у нее такая колонна есть, белоснежная прям. Чтобы мама по городу ходила в короне, да? Такой плач, такой вот здесь что-то низенькое. А вот как мама может наругать ребенка? Как ты думаешь? Ну, если он очень плохо себя ведет, может поставить в угол, напить и все. А если ребенок не очень хорошо себя ведет, значит, можно его просто сказать, ребенок так нельзя делать, потом отвести его в угол, постоит. А можно папу поздравить с днем отца, а маму с днем матери не поздравлять? Не, да, ой, нет. А то что будет? Мама обидится, а папа будет. А папа будет рад? Да.